Серьезное ДТП в Рыбинском районе. После заноса девятка влетела в Ниву, вследствие чего 5 пострадавших в больнице. Ну а подробнее о ситуации на дорогах региона расскажет старший инспектор по пропаганде ГИБДД Кристина Вишнякова. 24 января в 7 часов 45 минут в Рыбинском районе водитель автомобиля «Шевроле» допустил занос, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093. В результате ДТП 5 человек получили травмы. Помните, выезд на полосу встречного движения является опасным для жизни и здоровья участников дорожного движения. Госавтоинспекция информирует. В целях улучшения качества и повышения доступности оказания государственных услуг, прием граждан и юридических лиц по вопросам совершения регистрационных действий с транспортными средствами, обмена и выдачи водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД Ярославской области осуществляется в электронной форме посредством подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.